Жора смотрит на тебя тоже. Папа и мама по очереди ходят за кормом для малышей. Он так бегает, чтобы я этим кушала. Ну, хватит. Почему хватит? Потому что если ты ешь, животик заболит. Ой! А ну еще, Жорочка, о, ты видела, как он прыгнул для тебя? Вот так высоко, две лапки вверх, да? Почему я должен отстать? Что ты, малыш? Ого! Латай. Жорка для тебя прыгает, Таня, так надо, латай. Где латай. Куда ты спрятался? О, куда ты спрятался? Где ты? Ну, а он говорит, Аня, если будет кушать, я буду прыгать. Давай. А ты видишь, ты не кушаешь, отвернулась от бабушки, и он не прыгает. Дедушка Пиго. Дедушка Пиго. А ну-ка. Нет. Ой. Не видел. Куда же он подевался? Жора, Аня кушает. Смотри, у нее пустой ротик уже. А вот сейчас открывает еще ротик. Давай, прыгай, Жорка, прыгай. Ну, Жора, ну прыгни, ну пожалуйста. А ты покороче сделай, чтобы он висел как бы. Вот ты где. Ой. А я тебя повсюду искала. Дай, нянечка. Пойдем домой, малыш. Лапкой, лапкой взял. Мам, а почему беги? И, тише. А ну, Жорочка, прыгни, пожалуйста. А я один. Потому что так получилось. Умеет прыгать, да, Аня? Я смогу. Есть у меня тут братья, а есть такие, у которых нет. Ух, мамочка, такой же суп сварила, его даже жевать не надо. Он просто ням, как водичка, ням. Да, Жорка, мы тебе тоже оставим потом. Если вы будете дружить. Ой, смотри, 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 что там? Моя рыбка. Что-что? Он суп тоже кушает, ты что, не видишь? Вот, не видела, он колбаску не стал кушать, оставил птичкам. Что там? О, мы как браслет ей кольцо оденем вот там. Нервы появились малыши. Будет солнышко. Папа, почему мне нельзя выходить на улицу? Ненька, ты смешная, ты так думаешь, как я не понимаю, когда ты будешь старше, как ты будешь думать. Почему? Когда ты вырастешь, станешь сильным, тогда ты можешь даже ноль пойти. Коля, можно поближе сюда? Что случилось, Гугу? Да он не идет. Люди приплыли на пароходе. А ну да. Не давай им слишком близко подходить к людям. Я тоже сейчас приду. Ладно. А что такое люди? Потом объясню. Смотри, нет, сиди. Никуда не уходи. Сейчас подожди, он встанет сначала, его надо же, видишь? Люди сейчас. Это то, что приносит нам несчастье. Раньше люди приезжали откуда-то издалека и убивали пингвинов без всяких шагов. Теперь они нас ловят и увозят в какие-то зоопарки. Зоопарки. Аня, Жорка тогда не будет играть. Он же смотрит на тебя, если ты кушаешь. Вот, о, видишь, ты ложечку взяла, он встал. Еще, Люшечки. Тебе рассказать об этом. Я и сам не знаю. Я не представляю. Видишь? Ну, дай. О, давай, Жора, давай. Аня тоже сейчас еще одну ложку. И, смотри, смотри, сейчас бабушка пойдет, что-то покажет тебе. Давай. Теплая, неправда. На. Аня, закрывай рот. Хороший мой. Иди, Жорка, иди.